Теперь давайте практиковаться. Перед этого стиха надо определить правильность или неправильность высказывания. Роман Евгений Онегин Александр Сергеевич Пушкина написан «Вольным Янгом». Если вы считаете, что высказывание правильно, вы его переписываете в том виде, в котором оно было на доске. Если вы считаете, что высказывание неправильно, пытаетесь его исправить. Вариантов исправлений может быть несколько. Оценить правильность высказывания. Если вы считаете, что оно правильное, просто его переписать. Бывает нерифмованный стих и рифмованная проза. Если вы считаете, что что-то из этого или все целиком неверно, значит, вы как-то пробуете это исправить. Силлабика это. Можно ли написать стихотворение в 18-стопном амфибрахе? Ответ да или нет, чтобы вам не переписывать длиннющие слова. Можно ли написать стихотворение в 18-стопном амфибрахе? Забывайте, что речь идет о теории. Здесь предстоит найти лишнее. Найти лишнее среди четырех. Объясняйте, почему оно лишнее? Можно описать почему. Если напишите почему, будет вообще отлично. Шестое. Итак, лишнее среди понятий ритм, слог, стопа и такт. Если вы попробуете написать основание, почему вы выбрали то или иное, то отметьте. Особо не мудрите. Ничего страшного в этих вопросах нет. Давайте начнем с легкого, да, с последнего. Итак, лишнее. Лишнее, так, пожалуйста. Ритм. Ритм, конечно, лишнее, да, на каком основании? Потому что слогом с тобой и так умеют размер стиха, а ритм не верят. Размер стиха умеют размер... Так, то есть этим можно измерить, да, размер, этим для смысла. Да. Да. Можно написать стихотворение 18-стопного амфибрахе? Да. Я в себе уверена, но мне кажется, что можно, если его разбить на... Разбить можно или нельзя? Да, можно. Можно написать любым размером. Можно. Да, можно. Хоть 128 строчек. Да. Другое дело, что у нас нет таких примеров. Я намекнул, что это возможно в теории. Да? Вот действительно, в теории возможно все. Да, конечно, можно. Но на практике, я думаю, есть... Можно дальше сказать? Да. Да. Значит, читать. Дальше. Бывает ли нерифмованный стих? Силлабика это. Можно? Силлабика это. Тут не так просто. Но, с другой стороны, это мы все изучаем. Давайте совсем больше, если можно. Это, собственно, измерение стиха слогами. Измерение стиха слогами, согласен. Система стихосложения, которая измеряет стих слогами. А можно, которые используются слоги? Которые используются слоги для измерения стиха. Ради бога, да? Замечательно, потому что силлабас напоминает слог. Да? Так, бывает ли нерифмованный стих и рифмованный проза? Правда или неправда? Бывает. Ну, бывает неправда, бывает неправда. Это как? Можно сказать? Бывает нерифмованный стих, но не бывает рифмованный проза. Бывает. Так это правда, да? Это правда. Это правда. Евгений Онегин Пушкина написан «Вольным Янгом». Ну, я уже сказал, что это неправда. Возможно, 400. 400, конечно. Правильное, конечно, да. Да, 400. Или я 4 можно написать. Я об этом не уставал помнить и говорить, да, самый любимый размер. Пушкинский, вообще самый распространенный размер русской классической поэзии. Так повелось Ломоносова, хотя, надо сказать, в 18 веке это не самый распространенный размер. Но об этом мы будем говорить, когда перейдем к истории. Да? У нас впереди еще история стиха. Да? И вот это самое коварное задание. Я думаю, ответы давали разные. Давайте попробуем посмотреть. Ритм этого стиха – это отношение переменных членений, не постоянные. Почему бы и нет? В пределах данной строчки я бы добавил, да?